празднование 294-й годовщины со дня рождения Барнаула пройдет в краевой столице уже в ближайшие выходные. День города тематически посвятят году семьи, а также патриотизму. Не случайно гостем празднеств будет авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» из Кубинки. Очень известные пилоты, они действительно это элита наших вооруженных сил, и они прилетают не только сделать показательные выступления на самолетах Су-30, но и они прилетят еще, будут задействованы нами во всех военно-патриотических акциях. Это встреча с молодежью, это организация выставки авиационной техники, это встреча с ветеранами нашими, потому что, Барнаул все-таки авиационный город. К слову, показательные выступления пилотажной группы состоятся 31 августа над акваторией Аби с 17 до 18 часов. Тренировочные полеты запланированы на 30 число с 15 до 15.30. В день города в Барнауле не планируют отказываться и от фестиваля национальных культур. Он пройдет в парке Центральный в 10 утра. Карнавальное шествие в национальных костюмах стартует в 9.40 с проспекта Ленина. На Молотобольской в это же время откроется ярмарка «Барнаул семейный». Задействуют в праздничных мероприятиях и площадь Сахарова. С 12 до 16 часов там будет спортивная программа, после 16 – концертная. День рождения Барнаула отметят и в каждом районе города, по традиции без алкоголя. С 9 до 21 часа продавать его не будут. Власти напомнили о необходимости перекрытия движения в праздничные дни. Это перекрытие на площади Баварина, проспект Ленина. У нас участок от улицы Ползунова непосредственно до речного вокзала. То есть также будут ограничены все съезды с нового моста на проспект Ленина и с улицы Максима Горького. Данное перекрытие будет действовать 31 августа с 15.00 до 18.00. Перекроют и площадь Сахарова, проспект Социалистический в границах от Молодежной до Мерзликина. Это перекрытие будет действовать с 29 августа по 1 сентября. Для безопасности граждан также принято решение запретить использовать самокаты и другие средства индивидуальной мобильности на пешеходной Молотобольской, Сахарова и в Центральном парке. Татьяна Голубева, «День с толком».